Друзья, сегодня с вами привет, друзья, все, кто на моем канале, рада приветствовать. Биохакинг Неврозов в прямом эфире. И сегодня мы с вами говорим на такую классную тему, как инсулинорезистентность. Очень многие мои клиенты жалуются на то, что вот что-то я запамятовал, что-то там куда-то шел, что-то не то делал, повышенная тревога, тяга к сладкому. Друзья, это часто... Именно это инсулинорезистентность. И с ней сложно справляться, пока вы не компенсируете дефициты и не начнете правильно вести правильный образ жизни. Что это значит вести правильный образ жизни? Это значит меньше тревожиться. Чем больше тревоги, тем условно человек сильнее впадает в какой-то дефицит и сильнее нападает на еду. У кого-то это срабатывает очень-очень плохо. И тем самым человек застревает в своей энергии. Инсулинорезистентность приводит к тревоге, депрессии и сниженному иммунитету. И все об этом знают. И все знают, что ваша психика тоже влияет на инсулин. Но никто об этом не говорит. Никто об этом не говорит. А я говорю и буду с вами говорить всегда на эту тему.